О, а это? Да, да, да. Где здесь курят? На улице. На улице холодно. Холодно, тогда дома. Дом далеко. Ладно. Мам! Привет, Наталья. Здрасте. Здрасте. Екатерина Александровна, это российский паспорт. Да? Ой, а я загран просто где-то забыла. Скажите, а по-российскому в Прагу точно нельзя? Это же недалеко. Нет, к сожалению. Ой, а я вспомнила. Я же его в кафе забыла. Сейчас, минуточку. Извините. Да не поеду я никуда. Мам, ты чего? Ну, куда я собралась? Чего я там не видела-то? Мань, ты там ничего не видела. Первый раз вообще куда-то летишь. Да я всю жизнь без заграницы жила, и ничего. Так. А как вы тут без меня? Ну-ка, давай-ка. Уважаемые дамы и господа, через 15 минут от железнодорожной станции Шереметьево... Ладно, давайте. Электричка опоздает. Дайте его со мной. Да ну вас, Капсап. Надежда Эдуардовна, у вас рейс номер 705 в Прагу. Вообще-то я в Лос-Анджелес лечу. Но... Прямых рейсов не было. Ну, так как-то, знаете, спонтанно решила. Рад за вас. Багаж ставьте на ленту. А, багаж. Вот, пожалуйста. Ну, у меня только это. Мне в Лос-Анджелес понадобится только купальник. Там же тепло. Поздравляю. А вы где собираетесь Новый год встречать? Батя! Гоша? Ты что задумал? Да ничего. Вот в Прагу лечу на Новый год, я же тебе говорил. В какую еще Прагу? Ты же дальше и в Патории никуда не ездил. Ну-ка давай, колись. Ну, скажем так. У меня кое-кто появился. Я понимаю, для тебя это шок, но поверь мне, это очень серьезно. Как вы с ней познакомились? Мы познакомились с Марией через интернет. Она очень хорошая девушка. Девушка? Сколько ей лет? 32. Ты деньги этой Марии отсылал? При чем тут это? Понятно. Батя, ты летишь никуда. Сынок, я понимаю, из-за чего ты переживаешь. Мама! Так, стоп. Как ты вообще можешь в этой ситуации говорить про маму? Надень подштанники. На улице холодно. Ну, мам! А то никуда не пойдешь. Хорошо пережевывай. В школу бы так спешил. Ну, мам! С хлебом ешь? Шапку надень. Ну, мам! Хочешь мозги себе отморозить? Да мне холодно. Не пойдешь никуда. Здорово. Здорово. Гоша! Чего? Люблю тебя. Погнали, пошли. Ну, мам! Слушай, вы его в багаж-то не сдали. Нельзя его в багаж. Почему? Нельзя, и все. Полный досмотр. Ты что задумал?
Это зачем? Там муж учил, чтобы не нашли. Еще деньги есть? Где? В трусах. У вас там больше 10 тысяч долларов? Ты что думаешь, у меня там склад? Слушайте, а можно как-то побыстрее? Мы сейчас в этой очереди уже Новый год встретим. Да! А вы что, разорались, мужчина? Нельзя его в багаж. Спасибо. Извините, пожалуйста. Простите. Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту Москва-Прага. Просьба во время набора и снижения высоты отключить все электронные приборы. Желаем вам приятного полета. Бать, последний раз тебе говорю, одумайся. Ты что здесь делаешь? Я? Отца спасаю. Не надо. Не надо, у меня все хорошо, Гоша. Хорошо? Бать, ты связался с аферисткой. Не смей ее так называть. А как мне ее называть? Мама Маша? Мне приятно, что обо мне заботишься, что ты летишь со мной. Да я бросил все! У меня, между прочим, в клубе сейчас идет репетиция новогоднего стриптиз-марафона. По мотивам сказок. Мы его 3 месяца готовим. Раз уж так получилось, приглашаю тебя на мою свадьбу. Куда? Я как подумал, мы с Марией любим друг друга. Чего тянуть? О, нет. Ты просто ее не видел. Все? Все вообще? Вообще из ума выжил, да? Бать, у тебя 2 высших образования. Ты кандидат наук. У тебя мозги есть? Ну, дураку понятно, что это развод. Это все очень серьезно. Если бы ты читал ее письма, у нас такая сильная пистолярная связь. Мужчина, простите, телефон нужно выключить. А? Здесь везде волны. Опасно. А, ну да, конечно. Да, кстати, по поводу вашего разговора. Я за вас. Так держать. А что будет, если телефон не выключить? А у вас что, телефон есть? Не-а. Тогда не переживайте, с вами ничего. А-а. Дима, ну успокойся. Все, все, все. Сейчас я тебе мультик включу. Успокойся, будут тебе мультики. Поэтому решили слетать в Прагу, да? Нет-нет, дети на Новый год путевку подарили. Вообще, самолет это не очень удобно. Бурбулентности какие-то, все дела. Я дико извиняюсь, давайте своими местами поменяемся. У меня вообще не трясет. Давайте. Более, мне нужно с красотулей поболтать. Давайте. Мадам, сидите, пожалуйста, на месте. Его не трясет, потому что он пьяный. Уважаемые пассажиры, из-за погодных условий аэропорт Праги не принимает. Наш самолет совершит вынужденную посадку в городе. Спасибо, дорогой. Мне тоже очень-очень приятно. Сережка дозвонился. Поздравил. Он у меня передачу молодежную про путешествия ведет. Знаете, а в детстве такой был хулиган. Берет портфель, как будто в школу. Сам велосипед в подъезде. И на речку. Ну вот, видите, не напрасно. Нашел свое место в жизни, да? Извините, мне позвонить надо.
Алло? Алло? А, да нет, все обошлось, никто не пострадал. Я просто переживаю, что я опоздаю к тебе на Новый год. Нет, информации по вылетам пока еще нет. Нет, я обязательно приеду. Ну все, до встречи. С нетерпением. Ой, не входило это в мои планы. Да вы не волнуйтесь так. Не волнуйтесь так. Я, между прочим, в Лос-Анджелес к продюсеру опаздываю. Угораздило меня застрять в этой деревне. В какой деревне? А вы присмотритесь, может, это ваша? Да ты что, я своей деревни не узнаю. Вы меня извините, конечно, а как вы вообще за границей оказались? Через макароны. Я 5 мешков макаронов купила, а мне лотерейку. Ну вот и... Что, на всю деревню? Не, путевка была одна. Почему здесь вся деревня? Я про макароны. А, макароны-то себе на зиму. Прага не принимает из-за погодных условий. По самым оптимистичным прогнозам, улететь получится не ранее, чем через 3-4 часа. Мы обязательно сообщим вам заранее. Да, то есть Новый год мы встречаем здесь. Сама судьба решила, что мы вместе будем справлять Новый год. Так, ну мы здесь точно торчать не будем в этом аэропорту. Предлагаю отправиться прямо сейчас смотреть праздничный новогодний город. Я не знаю. Это... Что не знаю? 20 минут такси и все, мы уже на празднике. А вы куда? Вы что, меня бросаете? А поедемте вместе. Вместе же веселее. Зачем нам лишний багаж? А, в смысле? Видите ли, у вас большой тяжелый чемодан. С таким не погуляешь. М? Подождите, подождите. Мужчина, мужчина. Здравствуйте. Простите, вас как зовут? Виктор. Катя. Вы за нашим чемоданчиком не посмотрите, пока мы в город съездим? Ну, конечно, оставляйте. А, классно. Ну, раз вы такой добрый, то, пожалуйста, позвоните вот по этому телефону, когда вылет объявят, да? Ого. Ну, да, да. Вы Эдуардовна? Эдуардовна, не забудьте позвонить. Ну что, оставляйте чемоданы, поехали. Этому мужчине можно доверять? Конечно, можно. Послушайте, 2 высших образования, кандидат наук, профессор, в конце концов. А глаза-то какие добрые у... как вас спросите? Витя. Вот. Можно Вите доверять? Ну и что дальше? О, такси. Такси! Эй! Эй! Проснись же! Эй! Багажа нет, там в центр. Центру. Ага. У вас там, наверное, сейчас такое все красивое, новогоднее, да? Отлично. Поехали. Бать, опять ты. Ну, конечно, я. Или ты думал, всех выселили, а бизнес-класс залетел до Праги? Лежу, празднуешь уже. А, ты про это? Там просто сдачи не было. Бать, послушай, ну... Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Может, пойдем ко мне в бизнес-зал? Я уже вон, в дючке все прикупил. Да. А меня что, пустят? Могут не пустить. Знаешь что? Возьми этот пакет. Бери, бери. Я скажу, что ты мой секретарь, и тогда точно пустят. И я? Ну да. Секретарь с 2 высшими образованиями, и такое бывает. Пойдем. Мне еще женщине нужно позвонить, когда рейс объявит. Она в город уехала. Ох, опять кого-то подцепил. Да, ты изменился, бать. Колпак сними. А где народ-то? Это точно центральная площадь? Что за ерунда? Между прочим, я тебе забочусь. Не надо.
Ты за интернет в моем доме платишь, и достаточно. Я интернет тебе оплачиваю? Для того, чтобы ты на сайт Академии наук залезал. А ты куда полез? Куда ты летишь? Ты как себя ведешь? Ладно. За здоровье молодых. Это за кого? А, ну да. Не чокайся. Ух ты! Красотища-то какая, с ума сойти! Антонина Ивановна, я прошу вас, не отходите так далеко. Да уж, это точно. Здесь не ваша деревня. По обху не вырулите. А вы не могли бы позвонить тому мужику из аэропорта? Я-то очень за свой чемодан переживаю. Господи, да что у вас там? Премия, что ли, колхозная? Белье новое там. Ха, да я смотрю, вы с прицелом за границу собрались. С каким прицелом? Это ж традиция старая. Новый год надо встречать в новом белье. Иначе удачи не будет. Не уж эти все приметы ваши. Мам, быстрее! Мам, быстрее! Скейтборд не забудь написать! Да какой скейтборд? Подождите со своим скейтбордом. У меня здесь оргазм с отечественным вещается. Скейтборд, ну ничего. Бам-бам, успеваем, 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 успеваем. Так, и поехали. Мам, держи, желание не сбудется! Мам, держи, держи! Мой скейтборд. Ну все, пока-пока. Леночка звонила. Переживает, что не смогла лично поздравить. Молодец. Да. Она у меня одежду для беременных шьет. Между прочим, очередь на год вперед расписана. Как тут? Там же всего 9 месяцев. Антонина Ивановна, не придирайтесь. Ну, приукрасила мамочка. Все правильно, наши дети самые лучшие. Вот мои, молодцы. Сын в Суворовском. Дочка замуж выскочила. Теперь и мамочке можно. Вплотную личной жизнью заняться, о карьере подумать. Дай бог, все сложится, буду работать в Лос-Анджелесе. Мелковат городок. О, может, хоть здесь кто живой есть? Ой, так это ж ДК. Это невероятно, что творится у нас в студии. Наш гость – настоящий виртуоз. Что там происходит-то? Пожалуйста, да не стоит. Просто я очень люблю рок. Да псих какой-то. Уважаемые друзья, впереди новогодний марафон, и у нас еще много сюрпризов и много гостей. Оставайтесь с нами. А сейчас пристегните ремни, потому что мы отправляемся в очередное рок-путешествие. Честь. Здравствуйте. Ой... А у вас там что, радио? Русские? Да. Да, радио. Вы что, понимаете нас? Видала? Ну, наши страны раньше дружили. А вы там по стульям скакали, это зачем? А это у меня в студии должен был быть гость. А что, он не пришел? Да я и не звал никого. Да и кто придет? Новый год. А это, кстати, мой музыкальный магазин. Угу. Может, хотите что-то купить? Нет, пожалуй, покупать мы у вас здесь ничего не будем. Нам кафе нужно было. Ну, кафе вы вряд ли найдете сейчас. И все закрыто. А может, сделать для вас настоящий рокерский чай? А самогон есть? Нет, из крепкого только чай. Вы прыгайте на сиденье. Я мигом. Городок у вас, конечно, скучный. Скучный. А вы что, Новый год совсем не празднуете? Мы Рождество празднуем. Новый год, так, по-тихому. Песня заканчивается. Я мигом. Да, повеселились. Разные мы все-таки с тобой. Конечно, разные. У меня стриптиз-клуб. У тебя кафедра в институте. После того, как твоей мамы не стало,
Я тебя почти не вижу. Ты что, хочешь сказать, что ты вляпался в это дерьмо из-за меня? А я ни во что не вляпался. Подожди, подожди, пап, подожди, подожди секунду. Ну, присядь. Хочешь, я тебе музыку поставлю? У меня на Новый год в клубе играть будет. Номер «Истерика», он так и называется. А хочу я это слушать. То есть тебе вообще не интересно, что у меня в жизни происходит, да? Давай. Мать! Что, звонила? Да нет, не звонил никто. Ты послушай, послушай, послушай. Там сейчас самое развитие будет, вот. Dear passengers, flight 705 to Prague. The flight is permitted. Please go on board. Наш дешевший гость, а у нас в гостях легенда рока Пан Дудкевич. Вы там? Привет. Действительно какой-то псих. Симпатичный. А ты а сейчас, в наш новогодний вечер, я поставлю для вас кое-что особенное. А я знаю эту песню. Да вы что? Я, когда впервые услышал эту песню, мне как будто крышу снесло. Я даже тату хотел сделать. Благодаря этой песне я полюбил рок. Вот это совпадение. Я перепутала. Это я не знаю. Ну, все равно же весело, правда? Да. Я, кстати, тоже пишу песни. Я не представилась. Пожалуйста. Спасибо. Не может быть. Да ну ладно, прости. Звонок в студию. Да, да, спасибо. Да, мы помним. Батя, что-то я перебрал. Мне на воздух надо. Выпили-то совсем по чуть-чуть. Валенки, да валенки. О, сынок. Ну-ка, давай, пойдем. Лучше ты старенький. Пойдем. Старенький. Без двух рюмок. Да. Так тихо я только один раз в жизни Новый год встречала. А когда у нас тихо, значит, что-то случилось. А что это мы вдруг притихли? Ничего, просто. А почему Барсик ничего не ел? А он вообще где? Приготовление завершено. Вы что натворили? Он сам себя краской измазал. Ну, а как вы хотели? Это дети, а мама должна все выдержать. Так, давай, Лобик. Вот, выздоравливай. Вот, пусть у Катеньки не болит, пусть у мамы болит. Да? Ну, спи. Мурзик, ты выздоравливай. Пусть у Мурзика не болит. Пусть у мамы болит.
Животные у нас, конечно, это отдельная история. Мам, с Новым годом! Это тебе! И что, всех оставляли? Ну, как всех. Привет, мам! Кто на этот раз? Никто. Мам, давай оставим Ваську. Ему холодно на улице и кушать нечего. Ой, Ваську. Мам, ну правда, пожалуйста. Я буду о нем заботиться. Мама, ну пожалуйста. Спасибо большущее. Да, обнимаю всех. Как прилечу домой, сразу к вам. Угу. Сережка звонил, поздравлял. Архитектором хочет стать. Подожди, ты же говорил, что у тебя Сережа путешественник. Разве? Да, снимает программу про разные страны. А, нет, это я перепутала. Это Митя путешественник. А ты когда рожать-то начала? Что? Антонина Ивановна интересуется, сколько у тебя детей? Дайте, пожалуйста, инструмент. А, контрабас? Нет, банджо. У меня сейчас в гостях квартет. Спасибо. И тут кульминация в шоу. В общем, по трём поросятам видно, что они не боятся серого волка, а очень даже ему рады. Гош, а почему тебя развезло, а мы продолжаем бухать? Это клин клином вышибает. Все, бать, пошли обратно в бизнес-зон. Не-не-не, пойдем узнаем, когда рейс. Бать! А может, мы тебе здесь девушку найдем? Ну, чего в Прагу-то лететь, а? А вы что здесь делаете? Мы вас везде искали, где вы были? Гулять ходили. А что, нельзя было? Мы же заранее объявляли, что дали вылет. Что-то я не совсем понимаю. Самолет полетел. Как полетел? Куда полетел? Сынок, самолет без нас полетел. А, мы будем писать претензию. И вот и летай после этого бизнес-классами. Это беспредел. Как вам будет угодно. Следующий самолет будет в 5 утра. Вот вещи тех, кто не улетел. Вот еще один багаж. Женщины в городе. Ну, тут бать, конечно. Все понятно с вами, Витя. Простите, пожалуйста. Я не поняла. А что с моим чемоданом-то? Да все нормально будет с вашим чемоданом. Значит так. Если мы застряли здесь, то нам не остается ничего другого, как... Вернуться обратно в аэропорт? Встретить Новый год по-нашему, с размахом! Знаете, но мне кажется, что это немножко дурацкая идея. Отлично, поезжай в аэропорт, выспишься там, и в 6 утра уже будешь в Праге. Не-не-не-не, мы должны встретить Новый год по-настоящему. А где мы будем отмечать? Вот, правильный вопрос. Где? Где-где-где? А здесь и будем отмечать, на этой площади. Вон там елка даже есть. Ой! А, вы что, серьезно? Для масштабного праздника разрешение нужно. А у нас народ, мягко говоря, не рокеры. Ой, простите, пожалуйста, я такая неловкая. А, ничего страшного, я же все-таки рокер. Ты жена? Что? Жена есть? Нет. Ну, а что ты тогда напрягаешься? Аркадиус, я уверена, что вы нам еще очень пригодитесь. Ну, это не совсем законно. Ну, вы же рокер, голубчик. Вы же бунтарь. Давайте, давайте, давайте.
А мы вновь на Рок-ФМ, и у меня объявление. Сегодня на Центральной площади состоится празднование Нового года по-русски. Будет весело и немного незаконно. Оставляйте свои заявки на нашем сайте, так мы поймем, сколько нас. Ну и что, много людей придет? Ну, у нас в городе живет около 100 тысяч. Нормально. А, слушай, от меня человек 200. Я сказала оставлять заявки, и если кто-то откликается, мы сразу это увидим. О, понеслась. Это, кстати, Мартин, старый поклонник Рока, ему 76, и если он соберется, придется за ним заехать, он сам не дойдет. Передумал. Ну, думаю, это к лучшему. Ну, мы отчаиваться не будем. Нам нужен план. Салют впиши. И музыку желательно повеселее. Алло! Витя, выручайте, голубчик. Нам нужно немного шампанского. Ой, только обязательно советское. Новый год все-таки. Это же мое радио. Песня заканчивается. Не уходите никуда, я сейчас вернусь. Хорошо? Дождитесь меня, ладно? Пойдемте. Ой, какой пухленький! Эй, мужчина! Могу я чем-нибудь помочь? Ну надо же! Лицо красное, нос картошкой. Сгодишься для Деда Мороза. Стой здесь, мы сейчас быстро все купим и пойдем на площадь. Понял? Красный нос. Антонина, ну что вы там? Я же вас просил, не отходите никуда. Да тут я тут! Я Деда Мороза нашла! Иногда я жалею, что знаю русский язык. Так, а где? Антонина Ивановна, ну что вы там, ну? Как вам сельпо? Да ну их капсам. Значит так, раньше я в столовке поваром работала, и из ничего могу два блюда сделать. Так что вы держитесь меня. Это что такое? Яйцо. Вот яйцо. А вот это что такое? Яйцо. Да. Никакой стабильности в Европе. Эх, а вот тут поспешили. Надо бы дать им подрасти еще. Их пани. Пани. Их пани. Купите, пожалуйста, ликер. Мне не продадут. Тогда отзал. Кто ж передал? А вы выбрать, что ли, не можете? Мальчики, да я вас сейчас всему научу. За мной. Итак, всегда важно помнить основное правило. Зерновое можно мешать только зерновым. Водка, виски – это нормально. Вино, коньяк, вермут – это тоже может сосуществовать. Пиво – вещь в себе, потому как хмель. Ну и правило номер два. Цвет. Такого цвета нет в природе. Поэтому, мальчики, лучше воздержаться. Ну что, вы все запомнили? А что? Ну я же так на будущее. Чтобы знали, детки. А я всегда считала, что лучше первый раз дома попробовал. Ну, как говорится, между первой и второй... Да. Разорался. Не видишь, сын его смог. Тихо. Тихонечко. За нашего. С днем рождения. А на улице попробовал бы. Под забором уснул. Ну вы что, это же дети. Мальчик, дай сюда. И домой шагом марш. Ой, еще горошек. Дочка, прости, я первая эту баночку увидела. Ну, как бы тебе объяснить? Для русского праздника горошек – это очень важно. Да отдай же ты ее. Это моя банка. Я ее первая взяла. О, ты по-русски понимаешь, так тем более отдай. Ни за что. То-то же.
Свободен? Держи. В общем, нам на главную центральную площадь, где много людей, где все празднуют. Ну, понимаешь, да? Все, давай, грузи чемоданы. Все, Бась, садись, поехали. Не понимаю, зачем мы должны ехать к этим женщинам? Ну, хотя бы потому, что ты подставил их с вылетом. Не все влезло, да? Я говорю, вещи наши там остались. Какой твой любимый палец? С вас 214 злотых. Злотых. Кажется, я начала понимать их язык. Доллары. Да. Ну все правильно, я же все-таки в Америку летела. У меня наличные были только на такси. Но зато я могу заплатить карточкой. Так. Это на обувь скидка. Это карточка в бассейн. Это просто картонка, знаете, такие в новый кошелек кладут. Она красивая, я оставила. Кредитку я, кажется, дома забыла. Это так на тебя не похоже, а? Подняла. Аркадиус бы сейчас был здесь весьма кстати. Напоминаю, у нас праздник на главной площади. А пока вас ждет часовой музыкальный марафон. А вот и он. Первую композицию я посвящаю особенной гости из России. Это для вас, Катя. Мартин, решайтесь. Кто-то есть? Вот ты где. Как ты меня нашел? Тепло наших сердец указало мне путь. Ну и приложение в айфоне. Я хотела сделать тебе сюрприз и приготовить настоящий русский жульен. Оливье. Оливье. Но в этот Новый год мне это точно не важно. Мне кажется, проснулся. Максим. Маленькому сыну снится пуповина. Иногда ладошка, иногда нога. Максим. Погоди немножко, и вместо пуповины будут тебе сниться мамины глаза. Ой, вы уж извините, мне ж так получилось с баночкой-то. Я ж не знала. Русские? Угу. Максим, спустя. Стой. А что вы здесь делаете? Так, самолет задержался. Вот хотим Новый год отметить. Настоящий русский Новый год. С Дедом Морозом и Оливье. Ага, Дед Мороз на улице ждет. Я здесь 10 лет уже живу. И ни разу настоящий Новый год не справлял. Дорогая, вот что нужно было брать. А, Максим, вы понимаете, у нас тут кое-какие проблемы возникли. Ну, с оплатой. Может, Надежда. Ну, что Надежда? Ну, вы же русский. Максим, выручайте. Хорошо. Я все это оплачиваю, но мы все идем к нам и вместе празднуем Новый год. Прошу? Научите мою жену Оливье готовить. Да запросто! Звонит. Кто звонил? Добрый вечер, пан капитан. Никто не звонил. То нормально. Это нормально. То концу Новый рок. Новый год все-таки. Что с моим прошением о самостоятельном дежурстве? Чем вас не устраивает напарник?
Берет взятки? Папа, она у меня даже пистолет забрала. Это чтобы ты не поранился. Мама, перестань. Оливия, в самом деле. Сегодня самая спокойная ночь в году. Прости, сынок. Я сделал все, что мог. Ладно, сегодня можешь поехать на дежурство один. Ты серьезно? Здорово. И будь осторожен на площади. Там русские что-то затевают. Русские? Я с тобой. Ну, папа. Фу ты, ну я же где-то здесь оставил Деда Мороза. Ну. Алло, Антонина Ивановна, у нас времени в обрез. Давайте, вот вы идите с Максимом, а мы сейчас с Катей дождемся Аркадиуса, и тогда уже вас догоним. Да. Отлично. Мы здесь недалеко живем. Вон наш дом. Ага. Ну так пошли. Все, ждем вас. Ну давайте. Ой. Ну что, как тебе? Что? Аркадиус, как тебе? Хороший. Помогает нам, и акцент у него такой смешной. Мама дорогая, как вообще у тебя дети появились, скажи мне, а? Аркадий у тебя глаз не сводит, а ты по нулям. Нет, ну это вряд ли. Милая моя, я этот взгляд очень хорошо знаю. На меня так третий муж смотрел. До сих пор в дрожь бросает. Из чего вы вообще взяли, что мне кто-то нужен? Да с того. Ты в Новый год в Прагу одна летишь. Точно. Алло. А, да. То есть нет, мы еще в Польше. Нет, не объявляли вылет, но скоро объявят, так что ты меня дождись. Дожидайся. Видала? Вот скажи я им еще, что не приеду, и все. Соскочит, вот что. Не-не-не-не-не. Мужчинам надо информацию так дозированно подавать. А у вас уютненько. Спасибо. Мам, я больше не могу терпеть. Мне надо в туалет. А вы не говорили, что у вас есть сын? Разве? Значит, ему можно выходить из комнаты, а мне нет? А это, кстати, моя дочь. Да. Ну, раз уж так получилось, я тоже чай попью. Вы не против? А это кто? Это вообще-то... Володя, бывший муж. У меня сейчас сложная ситуация. Вот и Надежда пустила меня у нее пожить. Золото, а не человек. Рекомендую. Сейчас Максимка немножко потерпит и будет кушать оливьешечку. Сейчас мы развернемся. Отлично. С чего начнем? С того, что лишние уйдут с кухни. Верно. А кто здесь лишний? Не люблю, когда мешают. А женщины управятся сами. Эх, я, конечно, Оливье, привыкла под иронией судьбы готовить. Мам, долго еще? Я уже устал. Терпи, золотце. Сейчас, как вагончик запоют, так все готово будет. Да, все-таки очень хороший фильм. Там, стало быть... 31 декабря прошли в баню. Потом он улетел вместо друга в Ленинград. Перепутал квартиры, женщин. Да, я знаю этот русский фильм. Но в Польше его никто не смотрит. Как же? А там же... Да, наша актриса Брыльская. Но ведь там еще продолжение. Продолжение мы не смотрим. Максим запрещает. Ну, вообще, это правильно. Слушай, ведро нужно. А? Есть? Есть. Ты чего? Не для салата. Ведро под салат. Да. Так себе праздник.
Все, бывай. Уже, бать, все выгрузил? Вроде да. Ну, и где твоя женщина? Ну, так же и в Праге будет. Приедешь и будешь просто так стоять. Гоша, перестань. Ладно, я пока пойду разведаю. Что, не берет? Да связь плохая. Она же наверняка волнуется. Бать, это развод. Нет, сынок. Это любовь. День призывчий на Новый год. Мы не понимаем. А где вы на Новый год отмечаетесь? На площади. На площади? Я знаю местечко, где можно реально оттянуться. Так. А, Надежда, это и ты. Очень приятно. Очень. Ну что, я пойду на разведку схожу, да? Что? Вы же ее толком даже не знаете. Послушай, я и тебя особо не знаю. Значит так, я с вами. Давай. Так, ты жди Аркадиуса, а мы быстренько, да? Там же, давай. Ну и уходить. Ау! Ау! Аркадиус! Аркадиус! Вы не представляете, что сейчас произошло? Мы набрали целую кучу продуктов, а денег у нас не оказалось. И вы их украли. Ой, Катя, простите, это все стереотипы про русских. Местный житель оплатил все наши покупки. Вот видите, поляки очень доброжелательный народ. Поляки, наверное, тоже. Но он из Белоруссии. А где ваши подруги? Они ушли. А я осталась. Вас ждать. Ведь вы же не знаете, как пройти к Максиму. Мне? Розы. У меня на них аллергия. Но я их все равно люблю. А здесь рядом очень красивый парк. Пойдемте. Опа. Это что, радио, что ли? Прием, прием. Внимание, внимание! В городе русские. Мы захватили радио, телеграф и телепорт. Вот наши требования. Каждый житель города должен сплести корзину, вырастить енота и хлопнуть ушами. Мы же взамен вам построим самый большой эскалатор в никуда и самый маленький в мире небоскреб. А пока вы выполняете наши требования, все слушаем новый трек, супер-песню из лучшего стриптиз-шоу Москвы. С Новым годом! Приходите все на главную площадь, мы устроим вам настоящий праздник! Эй! Ой. Катя, у вас в Новый год желания загадывают? Да. Еще какие. Вов, надо поговорить. Откуда у тебя мое письмо Деду Морозу? Ну, вообще-то он сам сказал с тобой поговорить. Ты попросил у Деда Мороза настоящую гоночную машину. Она в торговом центре на первом этаже стоит. Да, я знаю. Но эта машина очень дорогая. А Деду Морозу надо поздравить всех детей с Новым годом. Всех во всем мире. И он очень тратится на Новый год. И что? Но если он купит тебе эту машину, то у него может не хватить на подарки другим детям. И у них совсем не будет Нового года. Ты ведь этого не хочешь?
Дедушка Мороз, я отправляю тебе свои сбережения, чтобы ты смог купить подарки всем детям в мире. А мне подарок не надо. Вовка, Вовка, тебе пишется через «е». Как красиво! Подергайте за хвост. Что? Если подергать за хвост собаку, желание исполнится. Вы что подумали? Так и подумала. Ну, давайте. Ну, вообще-то у меня есть одно. Вот, Новый год, чудеса, давайте. Простите, вы не могли бы подержать коня? Мужу, пусть до туалета! Туалет очень приспичило. Что? Как бы пит-стоп нужен. Добже, добже. Еле дотерпел. Гоша! Да валенки, ой, да не подшитый старенький. Может, это может быть опасно. Маш, рад. Вот именно опасно, так что посидишь здесь. Мама. И это только начало. В общем, все на площадь. Здравствуйте. Россия, дружба! Как будем действовать? Задержим его? Спокойно. Спокойно. Что-то пана сжать. Все эти чемоданы ваши? Подожди, бать, ни слова. Я договорюсь. Знаете, кто мой дядя? По-русски не говорите? Тогда муж моей тети. Сейчас. Черт, двадцатка. Зачем он порвал деньги? Я не знаю. Просто надо объяснить, что с нами произошло. Бать, подожди, не вмешивайся. Мы за добро. Я люблю Польшу. Пшено, кустурица, шпинат. Гоша, это все не из Польши. Бать, подожди, я почти добазарился. Мама, они странные. Это россияне. Просто они русские. Но лучше разобраться. Проше, ходжим и даут. Пройдемте к машине, пожалуйста. На счет три. Бежим. Раз. Два. Три. Януш, сынок, ты что? У тебя же там ничего нет. Но они-то не знают. Ну ты, бать, прям ракета. Доверчивый очень. Часто здесь бываете, да? Первый раз. Знаю одного, кто ходит сюда часто. Похоже на вечеринку трудных подростков. Это тебя пугает? Меня? Ну-ка, подвинься. Я переходный возраст своего сына пережила. А чё?
Ну чё, как оно? Нормально? Мам, ты чего? Вот, решила расслабиться после работы. А чё? Это чё, мать твоя? Да, я мать его. Ништяк. Ну вот видишь, сынок, я уже нравлюсь. Так что пускай сдают анализы, делают прививки и переезжают к нам. Прививки? Я сейчас не поняла. Мама с женом... Вы понимаете, у нас с женой годовщина. 30 лет. Я, так сказать, решил сделать ей сюрприз. Вот и моя детка. Прошу помочь. Ясно. Не-не-не-не, ты... Ото! Ото! Вагам... Не могли бы... Я вас умоляю, вы не могли бы потом сдать этого чертового коня? Там затвердзел. Там за крепостью сразу увидите. Без проблем. Прошу плащ. И плащ, пожалуйста. Конечно. О! Бегне! Дорогая. До тебе, я иду к тебе. Что это было? Волшебство. Хотим досмотреть? Не обязательно. Может, тогда... С удовольствием. Так. Я, наверное, пойду. Как-то тут скучновато. Такого цвета в природе не существует! А теперь выпьем. Не могу поверить. Я в Европе на Новый год. Еду на коне, а он еще и белый. А еще, Катя, у вас роза. Да, роза. Ничего страшного, это просто сигнализация. Да? Ну да. Чито. Это что, конь? Так. Да, мы идем его сдавать в прокат за крепостью. Если что, мы в полицейском участке. Ладно. Можешь я сам? Можно я сам составлю протокол о повреждении машины конем? Один? Ну, не знаю, сынок. Мам, ну не начинай. Это будет мое первое самостоятельное дело. Окей. Хорошо. Надеюсь, я не буду потом жалеть. Кстати, вам очень идет этот конь. Правда? Бать, ты опять за свое? Пойду. Ты тоже иди домой. Скоро же Новый год. Ну, что я там буду делать? Дети отдельно празднуют. Почему? Почему? Потому что в молодости я без них.
праздновала, развлекалась. А теперь они привыкли без меня. Южный Волга. Что он говорит? Говорит, что он тебе еще сделает. Мама? Мама. Что ты тут делаешь? Так вышло. Подруга привела. А это мой сын. Похож, а? Ну, что-то есть. Отметим вместе. Добрый. Хорошо. Я бы Барбаре велела вот эти их огурчики кубиками порезать. Ой, это что, телевизор? А, это нет, это фотографии. Здесь, можно сказать, вся моя жизнь, да. Вот, видите, здесь я еще до переезда из Беларуси. А чего уехал? Да, там. Креатива моего не понимали. Чего не понимали? Ну, вот. Я рекламщик. Это твоя фигня мешает сериалы смотреть. Ну, как сейчас. Ну, я не только для телека. Вот. Твоя. Мам, годом через А пишется. Так, если напишешь неправильно, останешься без подарка. Конечно, через О. Мам, я просто шутила. Я вижу, ты в школе так шутишь. В дневнике одни тройки. Красиво? Ты плакат испортил! В чем я буду Новый год встречать? Ты вообще зачем это надел? Померить. Все, идите спать. Поздно уже. Майдадыр все стирает. Класс! Майдадыр все стирал! Ага. И... завтрак приготовил. Садись, ешь давай. О, это что, салют, что ли? Это? Да, это я здесь, на 9 мая бабахну. Здорово. Ну, правда, потом пришлось в местной тюрьме 2 недельки просидеть. Город, историческая ценность. Я поняла. Значит, а Новый год нам будет фиг, а не салюты. Не, ну чё, если лишних 2 недельки есть, то... 2 недели как купили. Да не переживай ты так. Подумаешь, штаны порвались. Если у отца премия будет, еще одни купим. Мама, он и тебя порвет. Как ты мог порвать наши любимые штаны? В чем я завтра на огонек пойду? В заштопках? Ой, дорогая, ну... Не получились огурцы, и бог с ними, чего ты расстраиваешься-то? Не переживай так, все нормально. Все хорошо. Пора. До Нового года еще 3 часа. Рожать пора. А, нет, у нас же по графику только 15-го же. Да, я понял. О, скатерть. Оттаз горячей водой и водку для дезинфекции. А зачем это? Рожать будем. Нет, мы лучше в больнице. Ой, воды отошли. Главное... не волноваться. Почему она начала легаться? Я не знаю, я ничего не делала. Я просто взяла розу и... Аркадиус! 0-3 не отвечает, не напразднует уже. 9-9-9. Чё? 3 девятки! Господи, сколько у вас служб-то? Поздравляю тебя, ты победила. Так ему же плохо. Господи, что же я надела, а? Ничего страшного. Царапина. Я же рокер. Знаешь что, сожми мне руку. Сильнее, сильнее, еще сильнее. Достаточно. Господи, как больно. Мама. Ай! Как там Максим? Бодрячком. Держит настоящий мужчина. Мама.
будет хорошо. Я пятерых родила. То дело такое, одного родишь, потом втянешься. Дорогая, ты не волнуйся, я же рядом. Спасибо вам. А мне? Аркадиус, все будет хорошо, ты, главное, держись. Я рокер. Господи, как больно! Аркадиус! С алкоголем он перебрал. Ну как ты? Мальчонка слабенький оказался и пыталась его остановить, но... А что вы здесь делаете? Аркадиуса из-за меня конь ударил. О, уже дерутся из-за тебя? Барбара рожать начала. Я думала, дома родит, все уж приготовила, а она... Что вы там приготовили? Дома рожать? Так я же раньше в сельской больнице медсестрой работала. Приходилось роды принимать. Скажите, вы поваром работали, в колхозе работали, еще и медсестрой? Да а как же? У меня же 5 детей. Кормить их надо. Хорошо, что огород свой есть. Че? Героиня. Вы настоящая мать. Да ну, с капсом. Вот, подозрительные русские. Этот вообще рвет деньги. Бать, говорить буду я. Привет. В общем, у вас тут такая неразбериха творится. Ваши архаровцы на нас пушку наставляли. В общем, полный беспредел. Здравствуйте. Русские. А где Януш? Януш? Януш пошел. Януш поехал сдавать коня. Черт знает, что творится. Да, вот я о том же. Сейчас, батя, отмажу. Просто помолчи, сынок. Чего? Рот закрой. Садитесь. Сейчас разберемся. Ну ничего себе! Не больница, а хоромы. Пойдемте, а завтра навестим Аркадиуса. Какой завтра? Мы завтра в Прагу улетаем. Ну ты ж телефон у него взяла? Я как-то не успела. Как это не похоже на тебя? Ладно, мы отчаиваться не будем. У нас Новый год. Сейчас я Вите позвоню. Ведь он должен быть уже здесь. А, кстати, он уже здесь. Вы хотите сказать, что весь этот алкоголь для вас? Конечно, нет. У нас еще 3 женщины. У меня батя такой. Значит так, вы должны немедленно связаться с российским послом. Это просто международный скандал. Вы вообще в своем уме? Привет, я Гоша. Очень приятно. Ну и что они натворили? Ничего. О, Дед Мороз! Ты куда делся? Я ж тебе велела меня ждать. Вылитый, да? А где мой чемодан? Здесь все, что было. Из аэропорта я все взял. Там же было мое новое белье. Алло? Надя, я забронировал тебе рейс через Франкфурт до Лос-Анджелес. В аэропорту подтвердили ваши личности. Внизу такси. Все свободны. Ты понимаешь, тут такое дело... Какое дело? Если бы ты хотела, ты могла бы прилететь ко мне. Видимо, ты этого не очень да, хочешь. Я хочу. Я хочу. Едем. А я отсюда без чемодана никуда не уйду. Ну ты же Дед Мороз, ну сделай что-нибудь. Надо всех выгонять и искать Януша. Я ж тебе говорил, бай, что отмажу. Алло, доча, привет. Мам, привет. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Спасибо, Аню, да тебя тоже с Новым годом. Ты представляешь, я здесь так закрутилась и Мишку не поздравила, а сейчас дозвониться не могу. А он тут с нами. Миш, мам тебя с Новым годом поздравляет. Как с вами? Я подумала, ну что он в Новый год будет сидеть в своем Суворовском, как будто у него семьи нет. Да я ему выслала денег, он на поезде приехал. Алло, мам! Мам, не слышно, алло! Ань, тут связь плохая. Еще раз с Новым годом, доченька. Целую.
Эдуардовна. Эй! А это чей чемодан? Не мой. А, не мой. Поздравляю, бать. Ты чей-то чемодан спер. Ну вот, через час Новый год. А я без нового. И не встречу как следует. Да, кажется, наш план провалился. Ничего, ничего. Успейте еще переодеться. Мамочки мои, родные! Вот так вот, встретите, как полагается. Так, а что это мы грустим? Я это... хочу признаться. В общем, вы из-за меня тут. Я рейс прозевал. В общем, тут такое дело. В общем, это я сделал так, что он рейс пропустил. Ну что, проводим старый год? Зря алкашку, что ли, брали? Зачем ты это сделал? Послушай, ты летишь черт знает куда, к непонятно какой женщине. И ты хочешь, чтобы я просто так на это смотрел? Была бы мама, она бы тебе быстро мозги вправила. Просто после этого... В общем, мы стали как-то меньше общаться, что ли. Она нас объединяла. Она и сейчас нас объединяет. Прости, пап. Мужчины, я сейчас расплачусь. Шампанское где? Советское? Нет, какое-то простое. Совсем не то, эх. Слушайте, я про вас совсем забыла. Скажите, деньги у кого-нибудь есть, нет? Нет? Он доллары не берет. Он что, не таксист, что ли? Сейчас. С Новым годом. Извини за кекс. Возьму. Пошли. А мои дети сейчас вместе Новый год встречают. Правда, без меня? Мои тоже вместе. Елку на огороде поставили. Эх. Нет, все-таки таксист. Антошка поздравил. Да сколько же у тебя детей? А у меня нет детей. Как? Ну, знаете, я как Мэри Поппинс. Чужих воспитываю, люблю как своих. Я думаю, кто воспитал, тоже немножко мама. Конечно. Ух ты. Ух ты. Аркадиус. Аркадиус. Знакомьтесь, это тот самый старый рокер Мартин. В больнице его встретил. Все-таки решился. Как ты себя чувствуешь? Да я нормально. Я же тоже немного рокер. Ой! Максим, ну как? У меня сын родился. Господи, слава. Представляете, я ни разу не вырубился. Ну, а что ж мы стоим, Аркадиус? Антонине надо переодеться. Конечно. Мужчины, так, сдвигаем столы. Пусть будет сделано. Сын. Салат. Ладно. Давай мне телефон этой девушки. Я со своего позвоню. Спасибо. Держи. Алло? Марию. Марию, плиз. Там кто волос? Яка Мария? Откать то число. Откать маш то число. Ну я же тебе говорил, что это развод. Вообще, конечно, я догадывался. Я
Представляете, эти маленькие ручки, эти маленькие ножки. А ручки такие у него. А. Ну! Оба! Это у меня столько слушателей? Нет, это у меня столько слушателей. Вечеринка, а? Само собой. А с сыном можно? Да, конечно, можно. Я завтра тоже к своим полечу. Ну что там, Лос-Анджелес, там плюс 30, а Новый год это когда мороз. И вместе с семьей. Снег. Ну, снег, конечно. Снег пошел. Их Деда Мороза бы еще. О, ребята, вы тоже здесь? Ну, они твои. Ты же победила их вожака. Отлично. Тогда пошли за мной. Так-то, Ваня. Прошу. Я прошу прощения, но я так и не нашел, куда сдавать коня. Януш, дорогой, мы так за тебя переживали. Мама, но тут люди кругом. Капрал, ваше прошение удовлетворено. Лейтенант будет начальником отделения, а ваш новый напарник – я. Все хорошо, Оливия. Ты же и так у нас главная. Слушай, Аркадий, ты же рокер. Давай что-нибудь из своего. А сейчас мои ребята тебе как раз и подыграют. А мы тебе сейчас площадку организуем. Сцену, колонки, шест. Сцену, колонки. Это что, получается, настоящий концерт? Мечты сбываются. Ты же сам говорил. When the night falls on the city pavement, something's in the air, I know this fragrance, and the stars above are all about to dance. Ой, Дед Мороз здесь! Ну-ка, сейчас мы его приоденем! Давай, помогай! Ну, давай! Вот вы дед, а я отец. Россияне. Держи, бать, порадуй женщин. А шампанского? Ой, ну и советский не пьем! Ну как здорово! Я умею исполнять желания. Это мой батя! Ну что же, с Новым годом, профессор! Надеюсь, я все правильно запомнила. Все-таки советское самое лучшее! The night falls down and I just gotta say I should not be so damn sentimental. Baby, I'm here for you. Do what you wanna do. Show me, show me. Я же говорил, вместе встретим. Да вы что, не улетели? А я пьяненький, меня не пустили. А вы мой чемодан увезли, он с наклейками. Вот он, ваш чемодан. Я же на него клею все, что в аэропортах пил. Максим, зачем?
Увидишь папу через 2 недели. Тут снова Макс. Это опять Макс. Оставь арестовать. Ох, и загремит у меня этот парень. Не загремит. Тут либо всех арестовывать, либо никого. Ну, начальству виднее. Светись, резидивист, готов исполнить наказание. Хотел сказать, просто как-то не получалось. Оставайся со мной. Навсегда? На неделю. А потом посмотрим, вдруг ты меня не вытерпишь. Я же все-таки рокер. Давай ко мне. Аркадий, скорее продиктуйте мне свой номер телефона, чтобы мы снова не потерялись. Какой? Боже, как больно! Ой, господи. Антонина Ивановна, по ходу дела вы одна у нас в Прагу летите. А профессор? А я не лечу. Ой, ну что ж, я уже к Европе готова. Это самый лучший Новый год в моей жизни! Гоша, сфоткай! Здесь ему годик, вот. Да нет, не холодно. Да, оденемся поприличнее. И у них совсем не будет Нового года. Бывший муж. Рекомендую. То, что судьба сломала. С праздником. Только любовь починит. Праздник был вчера. Разобраны награды. Вдруг погас экран. Прощай, Олимпиада. В небе в ночном звенит скука в начальной стадии. Для одиноких птиц в парке играет радио. Мама! Времени слишком мало. Возьми, не надо ничего. Только любовь починит. У вас розы. Да. А я люблю тебя. Я люблю тебя.